Привет, друзья, с вами Конуден, и это небольшое обращение к вам, уважаемые подписчики. Много становится вопросов и комментариев о том, что уже темы все избитые, что об этом сотни раз уже было рассказано, что темы повторяются. Но здесь мы сталкиваемся с общеизвестной проблемой, что есть постоянная аудитория зрителей, которые смотрят меня уже, возможно, не первый год. И есть новички, которые приходят на канал, которые подписываются и задают уже стандартные, ставшие утомительными вопросы, ответы на которые можно найти и в старых видео, и которые можно найти в стримах. Но я хочу создать библиотеку контента, которая будет полезна как начинающим авторам, так и уже опытным авторам, которые давно находятся на YouTube и которые работают со своими каналами уже не первый год. Поэтому я стараюсь делать разнообразный контент. К примеру, на стримах мы обсуждаем совершенно любые вопросы. Какие вопросы вы задаете, такие мы и обсуждаем. И если приходят на стримы новички, соответственно, отвечаем на их вопросы. Если приходят профессионалы, делятся интересными историями, своим собственным опытом, рассказывают что-то увлекательное, то таким людям я тоже, безусловно, рад, и они вносят свой существенный вклад в жизнь канала. Что касается контента и графика публикаций, мы сейчас охватываем те темы, которые актуальны с точки зрения поисковых запросов, то есть то, что спрашивают в основном новички. Я считаю, что охват таких тем просто необходим, хотя бы для того, чтобы давать в дальнейшем ответы на вопросы тем, кто их задает мне ВКонтакте или пишет на почту поддержки или спрашивает в медиасети. Поэтому такие видео могут быть вполне полезны начинающим авторам и тем, кто просто немножко что-то недопонял, запутался, хочет найти ответ на четкий поставленный вопрос. И те, кто хочет систематизировать свои знания. Это некий аналог бесплатной школы, которая сейчас публикуется в графике публикаций на моем канале. На данный момент, как вы понимаете, у нас выходит по 3 видео в неделю, но мы хотим немножко изменить формат, сделать, возможно, публикации несколько более редкими. Например, 2 или даже 1 видео в неделю плюс 1 обязательный стрим, чтобы больше внимания уделять актуальным вопросам, плюс регулярные какие-то новостные выпуски, в которых будет информация о нововведениях YouTube, о тех новшествах, которые случаются каждую неделю и которые затрагивают интересы нас с вами, авторов канала, и затрагивают интересы также и других участников данной платформы, то есть рекламодателей и зрителей. Поэтому, если вам такая идея нравится, то проголосуйте лайком. Если вы хотите что-то привнести от себя, комментарии, как всегда, открыты, пожалуйста, делитесь. Любые идеи, любой конструктив, любая критика приветствуется. Я буду рад, если вы напишите что-то интересное, полезное, ценное, либо просто даже выразите какие-то свои эмоции по этому поводу. Как вы понимаете, обратная связь принципиально важна, и часто обратная связь от зрителей служит основанием для корректировки контент-стратегии, для изменения графика публикаций, что мы с вами и делаем. И это же самое вы можете делать и на своем канале, если вы видите какое-то не то чтобы недовольство, но может быть недопонимание со стороны ваших зрителей. Необходимо проводить некие опросы, и необходимо понимать, что хотят зрители. Поэтому сейчас в правом верхнем углу к этому видео мы давайте проголосуем. Хотите ли вы сохранить существующий график публикаций? 3 видео в неделю плюс редкие нерегулярные стримы. Кто хочет, жмите «да». Если вы хотите изменить график публикаций, к примеру, сделать видео более редкими, но добавить больше интерактива стримов, нажмите «нет», соответственно. Плюс можете подробнее раскрыть свое мнение в комментариях. Жду от вас обратной связи. Спасибо за внимание. С вами Конуден. Говорим про YouTube. До встречи в следующих видео, где уже будет учтено ваше пожелание. Всем пока.